хозяева. Ну, в частности, Тони Тейлор, который набрасывает мяч Маркосу Найту. И еще два бросками все-таки противостоять Униксу. А вот, пожалуйста, приближается к мощному показателю за карьеру. Ну и, конечно, явный лидер Астаны на... Астана пока не отпускает Уникс буквально ни на миллиметр. Джален Рейна. Походяев с отклонением не попадает все-таки. Со средней дистанции быстрая атака Уникса. И Маркос Найт, Джален Рейнольдс, Дмитрий Кулагин и Тони Тейлор. Торопов из угла попадает. Торопов, Тейлор. Тони опять находит партнера передачи. Брошено куда-то в сторону. 40-39. Минимальнейшее преимущество Уникса по итогам первой половины. Начало второй половины. Нивелировать вот ту ошибку Мотовилова. Но ошибается Мурзагалиев. Тейлор в проходе. Два очка. Ну или скорее после потери, да, Дмитрия Кулагина. И 61-61. Но Владимир Пирасович там сам себе какие-то вопросы задает. Джален Рейнольдс из-под кольца. Продолжаем об этом говорить, потому что это еще помимо того, что они в среднем за игру. Два очка Маркела Джонсона в проходе. Очередные два очка. Тейлор сбрасывает мяч Девону Акуну Перселу. Не успевают его. Продолжают они погоню за Униксом. Тейлор хорош. Середина четвертой четверти. Проходит Тейлор, забрасывает. Знаете, как бы игра не закончилась, Астане хочется уже сказать спасибо в любом случае, да. В пространстве прорваться под кольцо, легкие два набрать. В данном случае не получилось этого сделать. Баку подбор забрал, Тейлор издали попадает. Хороший перехват Тони Тейлора. Наброс на кольцо и Баку сверху. Маркос Найт подбор забрал. Тони Тейлор. И еще раз сверху через соперника. В концовке Уникс, правда, и по этому показателю прибавил. 30 подборов сейчас у казанцев. 34, тем не менее, у Астаны.